меня соревнования эти прошли вроде удачно, но я насчет высоты как-то не очень довольна. В песке для себя поставили рекорд 500. Не знаю, конечно, результат, но нормально вроде было. В манеже нету такого, пока бежишь, дуги нету, а тут, хотя в манеже не готовишься, а тут сразу как-то с подготовки. И вот, получился такой результат. У меня получилось, ну, все нормально, в длине, в высоте, на 500, на 60 метров. Мне понравилось, я готовилась долго к этим соревнованиям. И настал момент, точнее, этот день, как я пробежала, надеюсь, что я зову призовое место, то есть, точнее, мы с командой. С результатом я довольна на 60, 500 и на длине. Я буду идти дальше к своей цели, пытаться дальше, ну, прыгать, быстрее еще бегать. И хочу стать чемпионом. У меня соревнования прошли хорошо, результаты хорошие, довольна результатами. Надеюсь, что что-нибудь мы займем в нашей команде. Но все хорошо. На длине я свой рекорд не побила, но поставила, ну, новый результат. На высоте все было хорошо. 500 пробежала не так сложно, как обычно. Было нормально, легко бежать. А 60 метров пробежала вроде хорошо, но понравились соревнования. Я хотела, чтобы наша команда, она заняла первое место. И мне кажется, что мы этого добились. Сегодня я не ожидала от себя, что я так возьму высоту хорошо. И длина тоже у меня хорошо сегодня получилась. У меня, для меня именно, прошли соревнования хорошо. Результаты показала нормальные, но вот в высоте у меня не получилось прыгнуть, как я хотела. А так, в принципе, все хорошо. В длину прыгнула, тоже нормально. Для моего результата это хорошо. Я думаю, что я выступила очень хорошо. На высоте, конечно, хотелось получше, но я прыгнула по-своему. Ну, так вроде бы все хорошо прошло, и я рада, что я так выступила. Не очень удачный для меня вид высота, ну, потому что мы, ну, не очень часто высоту прыгаем и не очень часто тренируемся, но, в принципе, хороший результат. Но...